Всем приветики! Опа! Мы на кухне. Садимся завтракать. Да. Смотрите, что у нас. Завтрак. Я уже тут начала. Колбасу. У нас остатки печенки. Отварила вот такие, как они, рожки, не рожки. Что это такое вообще? Макарошки. Рожки-макарошки. Рожки-макарошки. Пока зазевалась, немножко переварила, но ничего страшного. Да ничего страшного. Еще есть вареное яйцо, помидорка. Да. Вот, бутерброд горячий с колбасой и сыром. Угу. Вот. Ну и у меня то же самое, только чуть-чуть больше. Да. Сейчас еще надо насыпать вот этого за. Опять забыли. Давай, блядь. Давай, забываем. Насыпем насенье амаранту. Я вот. Все время за него забываю. И приступаем завтракать. Чуть-чуть. Вот, сейчас завтракаем и валим в город. Да. Очень быстро нам надо. Нам еще твою Танюху забрать надо. Еще Танюху подкинуть? Да, подкинуть надо. А, хорошо. Все, товарищи, поэтому так, мы сейчас завтракаем вкусно-вкусно. Если в городе будет что-то интересное, мы снимем, да? Ну, да, сейчас таскаем камеру, но... Обычно мы быстро жух-жух-жух-жух, мы там мотаемся туда-сюда, мы там не ходим, не вялимся, короче. Опять же, говорю, просили мне рынок показать, в курсе дела, но мы с этой камерой не можем пойти на рынок. Люди начинают жахаться на нас вот так смотреть и все остальное. Что вы нас снимаете, что вы нас снимаете? Вот, ребята, она точно такая же, как вот эта. Ну, то есть, вы понимаете, я иду вот с камерой, представьте, я иду с камерой, да, снимаю. То есть ее даже особо и не запрячешь. Подмышку, даже если вот так вот сделать, ее можно подмышку. Но это что же, понимаете? Тоже видно, да. Поэтому, ну, как бы, может быть, мы отремонтируем свою вот эту маленькую ксионку. Да, там уже будем как-нибудь снимать более... Да, может быть, и рынок тогда снимем, и все. Поэтому, потому что я же говорю, что люди потом начинают реагировать, особенно продавцы. Сейчас же кто там на рынке в масках стоит? Вы же понимаете, что в масках мало кто стоит. Без масок. Во-вторых, то, что нема никаких, может быть, там лицензий, или что там. Они думают, что мы их снимаем, ну вот что-то специально, знаете, да, вот чтобы обычно разоблачить в чем-то. Да, обычно продавцы так и реагируют. А зачем вы снимаете? А не надо снимать, а не надо мой товар снимать. Ну и, короче, все в этом роде. Поэтому, дабы не портить себе нервы. И людям, которые стоят, продают. Угу. Правильно, они тоже работают, им тоже, извини меня, стресс каждый день. Покупатели очень разные бывают, поэтому так. Дабы не портить никому настроение, мы снимать пока не будем, как сделаем свою маленькую Xiaomi, так и сразу же это самое. Что-то попробуем. Все, ребятки, да. Мы, короче, завтракаем. Всем приятного, смачного, да, хорошего дня. У меня склепалось видео, я молодец. Зайка, поэтому... молодец, склепала видосик, да, уже для вас. Поэтому я быстренько его сейчас выкладываю, для того, чтобы мы уехали в город, а вы смогли увидеть что-то новенькое. Так что так. Да. Вот такие вот дела. Вот такая у нас работа с утра. То гасаем, то на улицу, то по дому, то свиней, то этих собак управить, то самим управиться, да. Вот такие вот дела. Все, всем приятного аппетита, кто кушает с нами. Вот. И всем вообще хорошего дня, правильно? Лето заканчивается, ё-моё, кошмар. Надо все успеть за это лето. Все, всем приятного аппетита. Все, ребята, собираемся. Коля, он убирает то, что он вчера накидал. То, что побросал. То, что побросал, он сейчас вот убирает. Так что так. Все, едем. Жара началась неимоверная. Вон, кстати, коробку уже достали, че показали. Ёшка на политом сидит. Ему жарко. Вон, а тут хорошо. Этот вот. Блин, надо сегодня все взрыхлить. Короче, я подумала, что вот этому кустику явно здесь не нравится. Видите? Он совершенно не хочет у меня менять цвет. То есть он как был вот такой стрёмненький, так он и есть. Те у меня поменяли цвет. Видите, как набрались цветами? Потому что это тоже уже практически белый был. Видите? И вот этот был практически белый. Вот. Боже, цвет надо пообрезать. А сейчас вон стали какие яркие, красивые. Вот. Да ешь, тихонечко. А вот этот вот один, видите, один не хочет, хоть ты тресни. Не нравится ему здесь. И, а этот вот тоже что-то. Я его так хорошо пообрезала, он только-только он что-то пытается, видите. И то листики желтые. Вчера мы сделали что? Поливку вот этой 20-20-20 специальное, ну, удобрение, что я вам показывала. Будем посмотреть. Будем посмотреть. А это ж коробка с нашими всякими зайчиками. А вы посмотрите, кто здесь. Кто здесь? Это я такая была, представляете? Я вот такая была. Ладно, приеду домой, вам покажу ближе. Кто не знает, нас журнальчики печатали. Вон какая я. Представляете, какая я была? Это все гормональное. Блин, вам вообще видно, не? Короче, ладно, приеду, потом покажу. Так, все, коробку на потом оставляем. Ёшка он. Ёшка растянулся. Вот длинная, как змеюка длинная. Что, Николай, все? Мусор забрал, переложил. Маску забрал.
Да. Все. А что, а, рыжуху отогнать надо? Да, бо я не доехал. Не доехал, Николай. Он, пожалуйста. Жопка мешает. Ты мне сотри коробку, не писай. Я тебя пописаю. Хотя она, в принципе, вся в клеенке. Но ему ж уже интересно, что это там такое? Что же это там такое? Что это за коробка новая тут появилась, да? Ой, а ну-ка покажи. Коробка. Ой, интересная коробка. Ой, ж интересно, что это такое. Кот Котофеевич. Все ему надо, все ему нужно. Так, ну, в общем, все. Сейчас Николаша подгонит сюда немного рыжуху, чтобы Мишу выгнать. Собирали, думали на Мише ехать. Ой, на рыжухе ехать. А потом что-то передумали, не знаю. Вот она сказала, что то, что он разобрал в этом, ну, как бы внутри Миши ничего страшного. Вот, говорит, поехали на Мишу. Ну, поехали на Мишу, господи, какая разница. Вот, потому что там надо... А, что поедем на Мишу? Потому что там нужно будет примерить какой-то там, я не знаю, что-то. Что-то штуку какую-то внутри под капотом. Вот, он ее, конечно, сфотографировал. Мы сначала думали сфотографировать и все. Но дело в том, что, знаете, как на рынке тоже... Берешь, возьмешь, а оно может быть не то получится. И потом ехать опять на рынок и опять под, ну, менять. Да ну его нафиг. Что случилось? Кто там? Матрешка? Под машиной спала? Вот же жучка. Матрёня. Смотри, бы она сейчас под это пойдет. Назад. Это она, наверное, вчера тоже под ним спала. Че под ней спала? Смотри, аккуратно, аккуратно, бо она, по-моему, назад идет. Ну, проконтролируй. Да я не бачу. Вроде бы нет. Вроде бы не выходит. Кто его знает. Не мог ты ее домой занести, ту матрешку? Теперь еще за нее переживай. Не, вроде она, по-моему, под этот, под машину залезла. Да, вон она, девочка наша, под машиной лизала, лизала. Вчера где-то целый день шлялась. Пришла, хвост в репяхах. Давай мы тут хвост ей чистить. Звезда с зелеными глазами, красавица. Кто-то спрашивал, где ваша матрешка? Вот она где. Вот она где. А, кстати, девчонки, просили мне показать, что такое типа амарат, как он растет в дикой природе. Ну, типа мы только видели красный или все. Это обычная щерица, вот она. Вот, это обычная щерица, это вот такой вот бурьян. Вот. Типа вот этот декоративный он красный. Вот, декоративный он красный, видите? А этот обычный, он точно так же, у него цветочки, только цветочки. Сейчас иду. Только цветочки, видите, обычные вот такие. Тут семена созревают. Вот он. То же самое. Вот. Все, поехали мы. Так что так. Все, мы поедем, мы помчимся. Ева, не трогай матреху. Все, поехали. Оп. О, Татьяна, привет, привет, привет. Прошу, нашу Мишу. Все, Коля закрывает. Поехали. Ты огород закрыл-то? Да, я не открывал. Все. О, у нас тут фонтанку включили, классно. Только я его не вижу из-за этой машины. О. Красивенько. Ездим, ездим, катаемся, катаемся. Это возле копилки у нас, да? Там кинотеатр «Портал». Вот. Катаемся, блин, целый день катаемся, ё-моё, да? Никак не можем докататься. Куча этих, опять новых трубочек, а трубочка еще какой-то ерундистики нашему Мише накупили. Ну, короче, капец. Заехали за Сережки, товарищи. Да, до Скамара заехали. Скоморохов Сергей, это, кстати, этот... Кум. У него тоже, кстати, есть канал, между прочим. Многие да, наши старые подписчики да, знают. Вот. Так и называется, по-моему, Скоморохов Сергей, да, или нет? Да, по-моему, так, да. Вот. Так что так, там про все. Про все. Но у него больше не такой семейный, да, он там готовит вкусняшки иногда, иногда по машине что-то рассказывает. Ну, короче, ну, да, всякое да. Такое разное. Разнообразное. Разное, разнообразное. Так вот, он нам рассказал, показал, что надо бы желательно заменить нашей Мишельке. Да. Короче, мы понабирали. Мы на компьютере проверили Мишелю сегодня. Да, да. Мишку. На компьютер ее подключали. Сказали, что с проводкой у нас все хорошо.
У нас только другой этот стоял, клапан, не клапан, а... Датчик холостого хода. Датчик холостого хода другой стоял. Не от нее, а нивовский, да? Да, в Тюлени. Да, а из-за этого проблема. И этот самый, и у нас один... Катушка-матушка. Катушка зажигания. Да, она была не очень. Да, и поэтому у нас и показывало, что Миша не хочет нормально ехать. Все время он обороты давал. Ух ты, господи. Кто там такой? Что там? Женщина? Просто, да? Не, он просто едет, видишь, по этой. Он вперся не то, куда надо. Это она. Машина или женщина? Женщина. За рулем. Ну, ей хочется ехать так. Да, она хочет ехать посередине дороги, понимаешь? Ну, вот. Ей полосочку нарисовали, она по ней едет. Ты что, не понимаешь?